Густий дим ближче до 8-ї години вечора четверга накрив Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Магдалинівку та ще 4 райони області. Інтернетом почали ширитися чутки, чи то в Жовтих Водах, чи то в Кривому Розі стався вибух на одному з підприємств. З'явилися навіть страшні фото і відео та рекомендації пити активоване вугілля, не виходити на вулицю і обтиратися содою. Фотография, которая была в интернете связана, показана, что там произошел взрыв на предприятии, это фото, которое было снято 10 лет назад на предприятии в Мексике, на нефтеперерабатывающем предприятии. На территории Желтых Вод находятся два предприятия, которые занимаются своей деятельностью с частью там с ураном связанные. Одно закрыто с 24 августа, второе со 2 августа. І їхня діяльність ні з чим не зв'язана з тим, що вчора було. Надзвичайники пізно ввечері розіслали представникам засобів масової інформації заспокійливі повідомлення. Станом на 3 вересня 2015 року на території Дніпропетровської області надзвичайних ситуацій, пов'язаних із лісовими пожежами, не зафіксовано. Задимлення може розповсюджуватися із сусідніх регіонів, де тривають роботи з ліквідації пожеж в екосистемах. Цю ж тезу підтвердили вже й під час особистого спілкування з журналістами. Кажуть, що українці спостерігають явище, яке називається «тепловий острів». Это связано с перепадами температуры, высокой температуры, низкой, в большей степени увлажненности воздуха. И вот эта вот вчерашняя ситуация к этому привела. Что касается наличия воздуха вредных веществ, вот у меня есть официальный ответ нашей санэпидемстанции, это лаборатория, которая сертифицирована, где уровень углеводорода в воздухе вчера не превышал допустимой нормы. Вже у п'ятницю дим трохи розсіявся. Разом із ним і історичні настрої людей, які всю ніч панували в мережі інтернет. Однак дехто з городян задумався над тим, що якось замало інформації знає про те, як себе убезпечити в разі виникнення техногенної надзвичайної ситуації. Ну, говорили, що вроді би як там взорвалось завод, я так розумію. А ви знаєте, як себе правильно обезпечити? Без понятия, наверное. А хотелось бы как-то больше информации, как себя правильно вести в таких случаях? Если... Конечно, бы хотелось больше информации, чтобы наше правительство больше информировало нас по правдой и было бы лучше в стране жить, я так полагаю. Дым видел, но я после работы был, 10 часов ушел. Я так ничего не знаю. Вы знаете, как себя обезопасить в такой ситуации? Какие-то первые меры безопасности? Без понятия. А хотелось бы узнать больше. Как вы думаете, почему так? Почему не информируют людей? Кто в этом виноват? Честно, я не знаю. Может, наше правительство, может, еще что-нибудь. Ну, хотелось бы узнать больше информации. Нет. О том, как... А почему? Ну, нету желания. К сожалению, не видел и не слышал. А вчера были в Днепропетровске? Ну, конечно. И не видели, что вы из города? Нет. Знаете, что надо делать? Как без понятия. Как вы думаете, кто должен заниматься информированием населения? И правильно ли ведется это? Я думаю, администрация должна этим заниматься. Правильно ведется вот работа? Вообще ведется какая-нибудь? Вообще никакая не ведется. А хотелось бы вам, вот, чтобы услышать где-то? Ну, конечно. Хоть что-то. Я так буквально соседкам позвонила, закрывая окна. Так и так. Марганцы или где это случилось? Да. Ну, больше я ничего не знаю. Так что я ничего не могу вам рассказать. А вообще, вы знаете, вот если в случае, допустим, что-то взрывается, какой-то химический взрыв, знаете, как себя правильно вести? Как ну, вы... окна закрыть нужно. Я знаю, активированный уголь обязательно выпить. Если возможно пользоваться кондиционерами, понизить температуру воздуха в помещении, от этого будет немножко легче. Но если вынужденный пациент, человек находится на улице, то лучше пользоваться обычными индивидуальными повязками на лице, это поможет минимизировать факторы окружающей среды. Ну и, конечно же, нужно быть внимательны к детям, которые все время находятся на улице. Необходимо достаточное количество жидкости пить. Для взрослого человека это от 2 до 3 литров в сутки. Тож будьте пильними, однак не впадайте в паніку, радять лікарі та надзвичайники. Юлія Мельниченко, Олександр Височин, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.